во внутреннем дворике с обратной стороны центрального входа в исполком продемонстрировали еще одну необычную выставку – «Бомженьки». И само открытие абсолютно нестандартное. Автор Юлия Кисель из заурядной старенькой сумки доставала завернутые в целлофан деревянные изделия и отдавала в руки зрителям, уже изначально высказывая к ним доверие. Посмотрите, это загадочно, интересно и эксклюзивно. Как рассказала сама автор фото иконописи, у большинства героев ее работ судьба весьма трагична. Это бомжи с куклами. Вначале я вообще фотографировала кукол. Куклы были первыми, это моя какая-то там психотравма была, я ее прорабатывала. И когда я ее проработала, то есть я вообще как будто бы вот мое личное ушло на второй план, и появились люди, которые держат эти куклы. Ну как бы человек другой мне стал более интересен, чем я сама. Вот, и вообще идея люди как, ну, как иконы у меня была, наверное, с лет 20 я мечтала сделать такую работу. И была, тоже это такой был мой путь в начале, где-то была немножко девальвация религии, немножечко. Я снимала видео, как вот обычные иконы печатаются и вылазят из-под станка. Ну, чтобы, не то чтобы даже обесценить, но чтобы люди понимали документальность, вот, да, что иконы, на которые мы молимся, они напечатаны, они не боженькой созданы, да, вот. А вот и мы, получается, молимся на эти иконы, когда вот есть обычные люди, которые больше нуждаются там в каком-то элементарном внимании, эмпатии, и лучше обратить внимание на них. И, ну, грубо говоря, это все мои соседи. Вот барахолка, на которой я снимала этих, ну, этот проект, она находится где-то, не знаю, в 200 метрах от моего дома. И этих людей на протяжении 3 лет я встречаю периодически. Там, от некоторых я убегаю, тут есть как, вот маньяк какой-то, который там за мной гонялся, преследовал меня. И то, поскольку я их периодически встречаю, ну, я как бы могу наблюдать, как там они, что там с их судьбой, да, происходит. А вы им эти иконы показывали? Некоторым. Ну вот один дядечка, его, к сожалению, здесь нет, у меня ее уже забрали. Я ему говорю, я на вас сделала икону, можно я вам принесу ее, покажу? Он кричит, ну зачем? И убегает. Но он перестал пить. Ну, то есть это вообще для меня было чудо, когда я его увидела в белой рубашке выглаженной. И, ну, и он не пьет больше. До этого, если я их встречала, они там лежали на этой барахолке, спали пьяные, то некоторые из них, ну, вот действительно перестали пить, устроились на работу. Причем вот те иконы, которые мои самые любимые, которые я там топовыми называю, они как бы больше всего отклик у зрителя получили. И я вот считаю, что как бы зритель их тоже зарядил некой вот этим состраданием, сочувствием. И вот эта вот их боль, этих людей немножко разделилась. Ну и как-то им стало легче от того, что мы о них просто подумали и им посочувствовали. Это как сверхновый завет. Молиться не на икону, а за человека, который на ней изображен. Просить не для себя, а для других. И если внимательно посмотреть на эти работы, то кто здесь кукла и с кем судьба играет? Ответить сложно.